Сегодня очередная распаковка, три посылки. Начну, как обычно, с маленькой. Жума пришла. Жум водить. Вот я даже не помню, что здесь. Что такое я заказывал? А, понял. Аптечка. Аптечка для велосипеда. Посмотрим, что здесь. Она как-то должна открываться проще. Вот так вот. Что у нас в наборе имеется? 4 заплатки. Тут инструкция. Вряд ли этот объектив возьмет. Короче, тут написано, что в течение 5 минут заклеится все. И можно будет дальше ехать. Так. Разбортировочные ключи. 2. Типа наждачки, чтобы окисление снимать. Ну, я еще ацетоном. Беру с собой ацетон, прохожусь ацетоном. Ну, конечно, ацетон я беру лак, жидкость для снятия лака. Купил в специальном магазине. Палочка с ваткой. Смазываю место ацетоном. Высыхает, и можно уже клеить. Спокойно. Ну, я никогда в дороге не пользовался, никогда не клеил, потому что я с собой обычно беру запасную камеру. Даже две, когда далеко. Мне кажется, это много быстрее поменять камеру, чем вот с этим вот страдать. И дома, конечно же, дома уже камеру заклеить. Но с собой я беру, потому что на всякий случай, мало ли, вся камера проколем. Я не знаю, что это за коробочка. Здесь что-то интересное. Так, я ее вскрыл. И тут у нас еще одна коробочка. Что это такое? А? Это аккумулятор для моего фотоаппарата. Наконец-то он пришел. Я не буду его проверять, я читал отзывы хорошие. Емкость соответствует заказанной. Даже с крышечкой такой. Как раз фотоаппарат был мне очень нужен, так как, точнее, батарейка. Так как, когда ребенок снимает свои мультфильмы, он не успевает. Что-то снимает, сажается, аккумулятор садится. И приходится ему что-то прекращать. Потом, когда заряжается аккумулятор, свет меняется, он недоволен. Допустим, снимал его днем, было солнце. Аккумулятор зарядился, даже на следующий день. Солнце уже не то, он расстроенный, кадр. А так у меня будет запасной аккумулятор, он будет спокойно себе снимать дальше. Ну, а здесь, насколько понимаю, здесь сумка для фотоаппарата. Наконец-то я обзавелся. Что же здесь еще? Ого! Ничего себе. Да тут не одна посылка, тут их много. Скорее всего, это было все в одном магазине куплено. И они все разместили. Ну тут... Так, я тут предполагаю, что здесь бандана. Свою потерял. Не знаю, с чем в лес ходить. Так, ссылку я нашел там в описании. Еще пользуйтесь EPN-сервисом. Очень полезная вещь, ссылка тоже есть в описании. Вот такая. Кстати, не пахнет ничем. Такая бандана. Буду ее с собой носить в лес. Голову напекает за солнце. Вот это я ждал, в субботу пойду возьму ее с собой. Дальше. Тут уже беспорядка, кто больше, кто меньше. Это что? Пришел маленький насосик. Прям все у меня. Вот такой он микроскопический. Тоже на Алиэкспресс заказывал. Тоже не буду делать тесты, так как в описании все было сказано. Вещь у нас недорогая, очень недорогая. Ссылку дам в описании, как всегда.
Даже тросик есть. Но, несмотря на его размеры, отзывы были в нем очень хорошие, что быстро надувается колесо. Я, может, его протестирую когда-нибудь, когда будет надо что-нибудь подкачать. Вот. Кстати, на вид он выполнен довольно неплохо, железный, довольно тяжеленький, такой весистый. А я вот думал, почему у меня такая... Я знал, что здесь будет у меня сумка для фотоаппарата, но думал, почему такая большая и тяжелая. Полкилограмма бессмысленка это. Вот, с собой в дорогу насосик маленький. Тут еще и насадки есть даже, много насадок разных. Отличная покупка. Вот этим я доволен на 100%. Все, у кого есть велосипеды, можете пройти по ссылке, посмотреть и приобрести. Ветерок идет оттуда. Давление, конечно, давление даже вполне приличное. Ну, весистая штучка. Такая, не то, что весистая. Видно, что из металла. Так. Здесь можно... Так, вот. Все. С этим разобрались. Все, у меня такое сегодня велосипедные походные посылки. Так. О! Тоже нужная вещь мне пришла наконец-то. Запаковано очень хорошо. Это крышка для объектива. Свой я потерял. Потерял я где-то в Арзаге, да. В Арзаге в лесу я потерял. Потом мне... А, взял его в Шонгове потерял. В Шонгове. Потом мы его нашли. Точнее, меня товарищ нашел. О, все, подходит идеально. Веревочка есть, наконец-то буду его привязывать. Товарищ нашел, он возвращался домой. Вот. Вот запасная. И потом мы были в Арзуге, и там я его потерял. Повторно, как говорится. Так, все. Ну, приступим к самой большой посылке. Тут, как я уже говорил, тут сумка для моего фотоаппарата. Я подальше отодвину. Стоит дешевле, чем в магазинах видеоподобные. Запах шок есть, но не убойный. Во-первых, очень удобная ручка здесь. Мягенькая. Жалко, что... А, нет, тут есть для плечей. Так, здесь тоже какие-то вот держатели, кармашки. Ну, посмотрим, что внутри. Внутри как он открывается. Желтенькое такое. Все это что такое? Ладно. Так. Держать это для плеча. А, это делать типа перегородок. Так. Перегородки ставить. Во-первых, положу сюда объектив. Вот. Так, объектив, допустим, положу. Крышка. Аккумулятор. Ну и сейчас сам фотоаппарат. Сейчас придется снимать на телефон, что ли? Ладно. Вот, снимаю на телефон. Это же неудобно на телефон. Так. Вот, фотоаппарат поместился. Здесь второй объектив. Сюда. Можно вот сюда вот положить запасной аккумулятор. Сюда положить экшн-камеру. Кстати, сюда можно положить насос, если на велосипеде. Отличная вещь. Так, сейчас я его закрою, посмотрим, как это все. Не привык снимать на телефон.
Точно видно, оказалось. Здесь табачки очень крепкие. Здесь вот эти вот крепежи, их можно, с помощью их можно пристегивать в сумку, к рюкзаку. Ну, соответственно, когда в поход идешь. Так, сейчас. Застегивается очень здорово. Легко, но одна рука идет. Так что, если задумали себе чехол купить, не чехол, а как называется, да, сумку для фотоаппарата, вот, пожалуйста, ссылка есть в описании. Где запасной-то у меня этот? Вот, короче, он довольно красивый. Самое интересное, что и без запаха. Сейчас заряжу аккумулятор, второй аккумулятор. И можно спело. Точнее, вот этот аккумулятор я буду использовать редко. Один раз заряжу и буду его использовать только тогда, когда тот разрядится, и у меня не будет другого выхода. Не на что будет записывать. Не с чем будет снимать, короче. Такая у меня сегодня распаковка. Мне очень понравилась, кстати. Такая велосипедно-походная. Все для велосипеда, для походов. Для фотоаппарата, точнее для фотоаппарата и для похода с велосипедами. Особенно мне вот этот порадовал. Что у меня насос ножной, довольно-таки большой. С ним ездить постоянно. Потому что он хороший, очень хороший, но мне приходилось его в багажник класть. Он постоянно там. А, кстати, сюда еще можно фотоловушку будет запихать, когда, допустим, сниму ее, и сюда ее можно будет положить. Ловушка сейчас у меня стоит в лесу. В субботу я ее пойду в субботу проверю. Птички там наверняка попались. Все, на этом прощаюсь. Такая мне сегодня распаковка. Ну, мне очень понравилось. Мне очень понравилось то, что вещи, которые пришли. Я доволен. Теперь вы видели у меня, какой у меня фотоаппарат. На что я снимаю обычно ролики. На вот этот фотоаппарат Nikon 750 7500D и action camera вот такая. Все.